Максим, а? Я тебе куда казал ехать? За хлебом, а чё? Так а что ты сидишь, давай пошуршал, бегом. Все, еду, блин. Ну а перед просмотром видеоролика со сливом мода Zane KRMP советую вам подписаться на канал, поставить лайк по данным видеороликам и написать приятный комментарий. Желаю вам приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита! Господь и Иисус Христос, Господь, и это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь. И всем привет, дорогие друзья, на связи я, Седой Кот! И сегодня я солью вам мод Zane, в котором присутствуют такие системы, как... Разблокировка денежных средств, то есть на руках вы можете иметь больше 2 миллиардов и даже сексиллионы, триллионы, секси-миллионы, пекси. Полностью соответствующая система работы дальнобойщика, то есть транспортной компании. Второе, голосовой чат, сабвуфера, работа в МВД, светофоры и их штрафы, полностью рабочее казино, полностью рабочий пейнтбол, полностью рабочий захват особняка и карты в банках, полностью рабочий инвентарь, шкаф, багажник, рюкзак, склады, экстрары, перечисление количества, пилот, машинист, шахта, лесоруб, прибалка и даже охота и многое другое. Полетели к осмотру, пацаны! Чем пахнет, а? Чем? Хуйнёй. Короче, давайте первое вам покажу, знаете что? Короче, покажу вам работу для набойщика, смотрите. А, нет, смотрите, первое, это у нас, короче, деньги. Вы можете иметь на руках много-много денег, короче, вот видите, 96 у меня есть миллиардов. То есть вы их можете с ними взаимодействовать, вы можете их передавать, можете там, я не знаю, покупать что-то там, нотариусе. Короче, вообще даже такого на Redmi нет, прикиньте. Короче, вообще жестко, ну типа, вообще, типа, я вообще в шоке. Короче, второе, давайте дальнобойщики, то есть есть три вида дальнобойщиков, это на в Южном, Батырева и, ага, я не доработаю, ну короче, дальнобойщики, фу, а, еще раздачи, короче, есть, поняли, короче, на карте, там, типа, там, каждые два часа, короче, раздача, там, Арзамас, Южный, Редово, вот, там, кейсики, ключи, раздачки, вот, такая темка, вот, все, я устроился, короче, ага, бля, понятно, my jobs, надо, наверное, уволиться, я не знаю, короче, вот так вот, можно, короче, на своей фуре, можно на своей, но у меня фуре нет, я бомжара, поэтому я беру просто, устраиваюсь на жирного дядьку, ебашу, вот эти, поняли, три фуры, это наша фича, короче, во, вот тут есть Тесла, вот такая злука, и Тесла, это фича, типа, на Redmi нет, но мы добавили, типа, почему и нет, короче, вот, короче, садитесь, тут, короче, вот такие грузовики розовые, да, как бы, все круто, все пиздато. Вот, залетаете, короче, арендуете, да, запустить двигатель, поехали, появляется транспортная компания ТК Южный. Вот это поворот. Джемайну. Тут, короче, можно посмотреть информацию о компании, короче, руководство, там список сотрудников на работе, короче, всякое такое говно, поняли, вот. Короче, подъезжайте вот сюда, парни, сюда подъезжайте, бибикайте, поняли, аж нажимайте, ну или капслок, короче, бибикайте. Вот, вывезите гараж из прицепа, ой, вывезите прицеп из гаража. Короче, вот так вот подцепляете, все такое, потом, короче, едете, берете заказ, точнее, сразу берете бизлис, прописываете, берете любой заказ, тут, короче, там 20 лямов, 15, 300 миллионов, короче. Залетаете, ебашите на склад, короче, там берете, грузите свои, короче, ну, вы поняли, вот эту темку. Вот, давай тоже сейчас вам покажу, чтобы все, ну, типа, чтобы все было четко, чтобы все работало, вот. Поэтому я сейчас поставлю на паузу видеоролик, как я загружусь, включу видеоролик. Все, пока! Короче, пацаны, я приехал, вот, смотрите, подъезжайте, короче, на метку, да, вот, то есть, подъезжайте, вот тут, короче, грузовик заполнен, максимум 5300, короче, загрузите свои 5300, все, погрузка товара, то есть, как на Радмире, сейчас грузовик еще будет у нас медленный, тоже, как бы, тоже работает, вот, то есть, как на Радмире, там, конечно, мы сделали чуть-чуть получше, вот, чуть-чуть поменьше, ой, чуть побыстрее грузовик, но, ну, чтобы, типа, вообще не было медленно, потому что, ну, типа, вообще, Unreal, короче, игра, вот, короче, ждете время, загружается. Потом ебашите, короче, в бизнес, грузить, выгружаете, короче, и бабки капают вам на счет, и чина за смазафака, триллионы, получаете сексиллионы, вот. Я вот 96 лярдов заработал, чисто на дальнобойщиках ебашил, отвечаю. О, короче, все, загрузили, видите, он так, стал такой медленно поворачиваем, и такой, ну, типа, не разгоняется, короче, смотри, жестко, да, смотри, вообще прям, ну, короче, прям пожестко, да, вот, то есть вообще жестко. Во, короче, ебашите потом сюда, смотрите. Даже не буду его в ролик выключать, не лень. Где? Вот сюда, короче, едете, автосалон, да? Ну, я тэпнулся, читы использовал. Ого, нихуя ебать. Короче, вот, вот так вот, чиназес. Тэпайте потом грузовик. Прицеп. Чиназес, да, то есть вот так вот. Чикс. Толкаете. Ну, все покрасить делаем. Смотрите, 5300, заказчику требуется 15 тысяч, 22 ляма. Сколько я получу за 5300? Ну, я думал, где-то лямов 5, да, получается.
Где-то 5-4 где-то я получу сейчас на изи. Изи, мазафака, бич, триллионы. Буду сейчас получать, ёпта, мазафака. Вот. А ты что я пью? Я пью сок. За ваше здоровье. Давай, ну быстрее, ёпта, мазафака. Я играю в Майнкрафт, я играю в Майнкрафт, я играю в Майнкрафт, я играю в Майнкрафт. Короче, получил ровно 5 миллионов. Ну, короче, поняли, изи бабки, изи, то есть бабки прибавились, то есть все вообще изи, мазафака. Вот, ну, короче, и работаете, поняли, тоже можете выйти, то есть появится таймер, вся залупа, короче, вернуться в транспорт, вот. И вот такая темка. Вот. Короче, что показать? Голосовой чат, да? Ну, давайте сейчас степнусь к Диме Морскому. Так, Дима Морский. Дима... Дима Морский! Дима Морский! Дима! Как дела? Отлично. Правда? Да, у тебя. Передай как? Привет, ты в сливе мода Зейна. Всем привет, я Дима Морский. Жестко, жестко. Ну короче, пацаны, голосовой чат тоже работает. Дима Морский его делал в соло. А вот светофоры, смотрите, давайте тоже. Беру себе Porsche. Я у меня 18 левел, сейчас я получу 15 лямов, короче, штраф. Посмотрите, приезжаю на красном, да, вот так вот чекают. Бац, 15 лямчиков, чиназис, и все, и гг, ёпта, и все, нет прав. Короче, 3 дня не оплачу, потом, короче, я не смогу сесть тачку, вот. Чтобы потом сесть тачку, нужно все штрафы оплатить, поняли, такая темка. Я не знаю, как чекнуть штрафы, my tickets, наверное, ну или в банке. Да, my нихуя, а ебать мой член, хуй. Короче, в банке оплатить штрафы, вот. Там для первого левела 1 миллион, для пятого левела 3 миллиона, и для десятого плюс левела 15 миллионов. Короче, вообще жестко. Вы что, ебанутый, что ли? К следующей топ-системе. Ну, типа, это давайте покажу сразу вам вот, как бы, сабвуфера, да? Смотрите, вырубаем, к примеру, високосный. Я вот эту песню люблю, короче, знаете, слушать на дальнобойщиках. Вот так берете. И все, и полетел, братанчик. Вот так вот. И полетел. А так. То есть, вообще, на жестком, поняли? То есть, сабвуферы работают. Вообще, заебись. Смотрите, я могу выйти, я могу отойти, подойти, то есть... И плавно музыка убирается, то есть это слышно и другим игрокам, и вам, то есть это тоже слышно. Короче, вообще жестко, то есть ни у кого такого нет. Вот, давайте покажу вам теперь что, давайте покажу вам работу в МВД, то есть это тоже там фул работа, там, короче, можно там садить, там стейджи ставить лидерам, там, короче. Вообще, короче, жесткая работа на самом деле, типа я люблю, знаете, я люблю тоже садить в тюрьму. Вот те, которые оскорбляют полицейских граждане, я беру их и сажаю, потому что, ну блин, это как бы, мне кажется, они обалдели вообще. Так, set spawn, на базе организации, у меня ж есть моя банда. Ну, короче, тоже вот так раз покажу банду, то есть склад тоже тут работает для банды, вот, можете положить туда скин, можете положить туда даже, смотрите, можно два кейса, то есть сразу покажу, что тоже работает, да, то есть... У меня осталось 3 кейса, тут осталось 2 кейса, то есть можно перемещать. Короче, все работает. Ну, как минимум можно, смотрите, если я куплю, к примеру, рюкзак, давайте тоже я куплю. То есть система надо тоже есть, то есть всякая такая типа слоты можно купить, короче, вон автомобили, аксессуары, короче, тоже много аксессуаров. Давайте какой-то вот рюкзак возьму, то есть, да, то есть помещу их, получу, где он. Вот помещу сюда, да, снять, надеть, вот, можно его, короче, редактировать, но мне его ли не редактировать, хотя похуй, давайте я его повешу. Ну все, его повесил жестко, вот, и можно туда, короче, перемещать, там, скин, к примеру, переместить, там, можно два кейса, ну, рюкзак точно работает, это уверен. Вот, переместил два кейса, да, то есть можно обратно переместить два кейса. Вот, короче, давайте полетели сразу в казино, покажу вам я систему казино, короче, тоже система казино полностью работает, вот, там, рулетки, короче, всякая такая темка жесткая. Вот, сейчас, короче, я тоже тэпну одного чувака, Диму Морского, чтобы он мне, короче, ну, я с ним поиграл, поняли, Руазио. Дима Морский, иди сюда. Дима Морский. Короче, смотрите. Ставлю, вот, к примеру, 3 фишки, да, то есть, все, как бы, и можно играть, там, 3, 5 человек, 8, без разницы, 10, ну, 8, все, я забрал, вот, и у меня фишки мои прибавились, то есть, все четко. Вот, так, дайс 2 прописываем, чиназость, давайте еще одну фишечку, одного, вот, еще фишек, вот, у него было 10, бля, а что у меня крестик не работает, странно, что крестик не работает, а у тебя крестик работает? Нет. У меня тоже не работает, работал? Дайс, пиши, дайс.
Странно, короче, тоже пофиксим, что-то это не работает. Но ничего страшного. Вот, рулетка, короче, тоже все работает. Типа я могу поставить на любую. Ой, я могу поставить на любой, короче, сектор. И не только числа, могу поставить, к примеру, даже вот сектор, к примеру. Вот это 2 ту 1 могу поставить. Вообще, короче, сюда, бля, 10 фишек нужно. 10 фишек. Вот так. Вот. Нет, столько фишек. Ну, короче, все работает. Че, у меня не фишек, 8 фишек. Ну, короче. Там работает, короче, рулетка. Вот. Полетели, покажу вам пинбол систему тоже. Система урона, то есть тоже у нас переписана. То есть урон идеально проходит. Вот, как бы, и вы можете жестко коптиться. Жестко, короче, у вас все будет работать. Короче, без всяких никаких, короче, короче, проблем. Вот, тэпаем Дима Морского. Дима Морский, иди сюда. Так, смотрите, я вам создаю. Мы сделали, короче, знаете, ну, чтобы типа не было на те раунды, мы сделали бесконечные раунды, потому что на раунды, мне кажется, это как-то скучновато будет. Вот, ну, типа раунды, все закончится, он пересдавать катку, поэтому у нас тупо, ну, миллионы, короче. Ой, ну, миллион раундов, понял. Вот, очки считает, смотрите, он мне, например, убивает. Убивает. Вот, я, то есть, тут появляюсь, да, и сразу тут появляюсь тут. Теперь стой, да, иди сюда. Дай мне тычку, тычку дай. Дурак. Стой, стой. Смотрите, я теперь включаю, смотрите, включаю теперь эффекты изменения здоровья. Не то. Ники, музыка, подсказка, старый, утверждение чисел худе. Вот, вот эту хуйню включаю. Смотрите, у меня 40 хп, да? Смотрите. Да стой, дебил! Да, баран. Да, стой, стой. Раз, два, три. И у меня хп прибавляется, поняли, короче. Прибавляются еще хпшки типа, после убийства. Вот, урон тоже идеально проходит. То есть вы можете вообще коптиться жестко. То есть вообще ебашить. Смотрите, 3 тычки прошло, то есть... такого нигде нет, даже на Радмире, то есть Радмир сам бахуя. Вот. То есть могу вот так вот пидоров на кулак тоже могу посадить. Вот. Ну, короче, вообще жестко. Выйти ПБ Exit, и все будет, короче, жестко. Вот. Короче, еще есть пилот, машинист, шахта, ресурс, рыбалка, даже охота, многое другое. Но, типа, мне лень показывать, покажу, не знаю, может, одну пилота показать, потому что там тоже жесткая работа. Вот. А, МВДшки. Не показал МВДшки, там есть робоскопы, короче. Вот, тоже хочу повыебываться вам. Так, для начала нужно... нужно в смену, короче, начать, потому что я без смены, нужно смену начать. Вот, так раз там номера могу получить на автомобиль, потому что номеров вроде бы у меня нету, или есть, хотя. Короче, чекайте. Отдай сало! Сало, отдай! Отдай сало! Кому кажу сало отдай? У меня там кусочек лишился! Короче, могу получить номер, там вообще пофиг какой номер, да. Тут, короче, переодевалочка, короче, вот сюда залетаем, короче, переодеться, все, переодеваетесь, переоделись обычно. Ага, понятно, рыжик ебаный. В принципе, рабочая одежда, а что я рыжик ебаный? Не понял. Плюс, а что я не переодеваюсь? Мне униформа. Ну не переодевается, Вася. Алло, баги! Ты в банде. Короче, я в банде, зато не работает. Ну, ну подожди, я, наверное, темп-лидер, я все равно могу работать, скорее всего. Почему, значит, у меня темп-лидер? Ну, команда админская все равно меня устроила, хозяин. Может, я сейчас смогу поработать, ну, посмотрим сейчас. У тебя вообще не может находиться, но почему я тут нахожусь? Ну, похуй, я просто буду, наверное, через темп-лидера, через админку, поэтому у меня заработал. Вот, короче, стробоскопы, то есть работают стробоскопы, можете, короче, ебашить жестко, короче. Тоже стоит второй сразу установлен, чтобы была тачка быстрая. Вот, ебашите, короче, то есть работают тоже полисы таблет. Вот, работают полисы таблет, то есть можете тут полностью все работать. Например, смотрите, давайте... Дмитрие 14. Информации не понятно. Штрафы. Смотри, выдача штрафа. Дмитрие 14. Сумма 50 тысяч. Причина штрафа. Слив мода. Слив мода. Выдать штраф человеку. Игру ты ходишь слишком далеко. Ну пиздец. Короче, штрафов тоже ни у кого нет, федеральный розыск никого нет, оригинально тоже никого нет, архивы тоже никого нет. Потому что нахожусь на тесте нахожусь. Сука. Ты дебил ебаный! Мне хендлинг только что поставили, долбоёбы. Ну, смотри, что этот дебил делает. Это Дима Морский, то есть он надо мной издевается, поставил мне хендлинг тупой. Ну, вообще. О, смотрите, тоже вот раздача кейсов. То есть, помните, в чате писал, типа, раздача кейсов, то есть... пиздец, тачка летает. Вот, то есть, секретный сундук тоже, то есть, тут можете подходить, то есть, и выдаст он один штук, три ключа, вообще, короче, жестко. Вот,
Оу-воу-воу-воу! Тополис, короче. То есть, это какие-то тоже такие фичи бывают, поняли, с гравитацией. Вот. То есть, тоже можете его отключить, можете его включить по хую. Вот. Так, и тэпаемся в южный, покажу вам, короче, еще одну работу пилота, и мне, короче, уже похуй, потом лень уже показывают, там и охота, и рыбалка, но покажу вам тоже жесткий, короче, вот пилот тоже, то есть тут полностью функциональное, короче, ожидание пассажиров, вот, тоже слушайте звук, даже звуки работают, поняли, короче, когда вы взлетаете, даже звуки работают, типа там, пристите, пожалуйста, ваши ремни, взлетайте, пожалуйста, примите машину, короче, тоже там все прекрасно работает, звуки тоже есть, то есть вообще, фулл системы, как от Радмира, ёпта. Бля, ну это же 96 миллиардов, это вообще жестко смотрится. Бля. Заводите движок этого самолета, бля, и взлетаете нахуй. Чекайте сейчас. Ты ж, блядь. Ебать мой хуй! Короче, вот так, чиназас, 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 и чекайте. Ну вы слышали, да, эту хуйню? Вот, и все, летите, короче, по меткам. Бля, чё у меня? Из-за аэробрейка, что ли? Ты ж, блядь. Все, короче, вы были на канале Седой Кот, это был лучший слив мода Зейн КРМП, всех поднял, приподнял, подкинул, скачивайте этот мод, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите ваш никнейм, всем пока-пока, друзья, я взял, поднял, приподнял, подкинул, пока-пока, тем, кис-пис-пис-пис, оу, пока.